При грубом расчете воды Симферополю хватит на 3 месяца. Хаянское водохранилище заполнено меньше, чем на треть. Столичное обмелело примерно в той же степени. Сейчас в нем 11 миллионов 700 тысяч кубометров воды при максимальной наполняемости в 35 миллионов. При этом только Симферополь ежесуточно потребляет от 140 до 150 тысяч. В Госкомводхозе ситуацию называют не чрезвычайной, но сложной. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается май-июнь, а в прошлом году это был июль месяц, когда мы сумели полностью наполнить наши водохранилища, то у нас запасов где-то 90-100 дней. Столичные власти переходят к экстренным мерам. С понедельника вода во все дома будет подаваться по графику. Исключение для социальных объектов. Горячий горожан будут баловать лишь в уикенд. Надежда на улучшение ситуации в небесной канцелярии. Симферопольцам остается ждать новостей от синоптиков. Нам главное осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. Впрочем, что касается не сил природы, а человеческих, ответа от губ вода Крыма на вопрос, какие кризисы решения будут приниматься, получить не удалось. Руководство организации, вопреки ожиданиям, на оперхоз не явилось. Мобильные номера пресс-службы вне зоны доступа. В критический засушливый момент робко поговорили и об эстетике. Так, столичные тротуары становятся чище. Это следствие расширения штата санитаров улиц. Общими усилиями и усилиями конкретно МБУ города. В настоящее время уже набрано 49 человек. В день выходит у нас по 235 человек на уборку уличной дорожной сети. Салгир реконструирован, но местами по-прежнему грязен. Этот вопрос на контроле у МБУ «Город». По поручению столичной власти юридически ответственность за чистоту и красоту реки будет полностью возложена на эту организацию уже в ближайшее время. Есть уже проект формирования отдельного участка по уборке речки, который будет заниматься конкретно уборкой пешеходных зон, уборкой урн, контролем состояния зеленой зоны и в том числе самого русла. То есть это будет уборка листьев, уборка опавших веток и прочего мусора из самого русла реки. То, что поможет людям напиться и выполнить гигиенические процедуры, традиционно соседствует с травмпунктом. Первый обильный зимний снег, который обещают крымчанам метеорологи на выходные, не поставит в тупик коммунальные службы. Будут осадки в виде дождя и снега, причем они нам необходимы. И очень рады мы, что они будут, но по реагентам у нас все в порядке и транспорт готов. Переведены бригады в круглосуточное дежурство на сегодняшний день. Машины все проверены и перепроверены еще раз. То есть 9 машин для обработки реагентом, 6 из них оснащены снежными отвалами. При усилении осадков, если снега будет очень много, то, естественно, будем его сначала сгребать, потом уже с обочин забирать. Обсудили на оперхозе и другую вечную проблему – периодичность движения общественного транспорта, в особенности на окраины города. Так, инспекция на конечную остановку в микрорайоне Каменка установила интервал движения автобусов до 10 минут. Руководство администрации предостерегает нерадивых перевозчиков. Контроль будет регулярным и, главное, спонтанным. Тарас Брезинский, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.